Всем привет, дорогие друзья. Продолжаем проходить Pacific Drive. Я тут подизучил немножко детальки, прошелся по машине, понажимал на C, да. И вот тут у нас, смотрите, трещина с вами. Набор герметиков нужен. Сейчас починим. Вот, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал. С 22 числа у нас будут стримы по этой игре. Пока что я вам напоминаю, что мы играем с вами в демо-версию. Не забывайте ставить лайк, писать комментарий и делать полный просмотр. Всем большое спасибо, мы с вами начинаем. Нам нужен набор герметиков. Набор герметиков, это у нас вот такая штучка, в которую мы с вами подходим к двери, запупукиваем ее вот так, и все. И дверь теперь починена. Не знаю, зачем мы это сейчас сделали, но, в принципе, немножко в инвентаре место освободили, да? Так, мы с вами переехали оттуда, и сейчас мы едем вон туда. Приехали оттуда и едем вон туда. Так, мы едем сейчас немножко... Так, мы ехали вот так и поехали вот так, да? Мы не были вот здесь. Мы не были вот здесь, я думаю, мы туда сейчас с вами вернемся, посмотрим, что там у нас есть. Вот. Тут мы с вами много чего пособирали. Так, давайте вот этого робота как-то объедем, наверное, чтобы он нас... Ой, это что было? Это был баг, ребята. Ну ладно, благо хоть не это. Ничего, машина не сломалась. Слушайте, я же заблуждал что-то немножко. Я запутался. Тихо, тихо, друг. Ну не надо, друг, ну не надо, ну пожалуйста. Сильно не увози нас. Так, нам нужно вот эту штуку, ребята, изучить. Голубую. В будущем можно будет сделать так, чтобы вот от этих разрядов наша машина заряжалась током, прикиньте. Нам нужно изучить эту штуку. И мы сейчас ее вот так ломаем. И мы с вами путь продолжаем. Слушайте, вот эти чубриканцы, вот они, смотрите, стоят. Я бы их тоже изучил. Это надо. Короче, из них падают части. Вот. Бывают вот такие части, бывают очень важные части. Нет, не такая часть. Ой, больно как. Радиация еще чертова, мать ее. Нет, нам нужно... Да, вот такая вот часть. Кристалл терможивицы. Видали, какая штука падает? Я так понимаю, это тоже нужно будет нам для крафта. Ой, я что-то к ним сильно близко, слушайте, подхожу. Можно, оказывается, на расстоянии их бить так-то. Ну, пластмасса это у нас изучена. У нас молота уже ГГ приходит, слушайте. Из них падает, видимо, с каким-то шансом, не всегда. Блин, я боюсь подходить. То, что... Смотрите, мы его нагрели. Накалили его. Натерли его и накалили. Ой, что с ним? Он что-то видели, чем-то оброс снизу. Врос, короче, куда-то. Короче, из них падают кристальчики. Вот такие штучки. Я бы на самом деле его бы подизучил. Мы его, наверное, уже раз взяли, то, значит, и изучили, да? Так, и нам... Слушайте, может, мы вообще пешком добежим вот здесь? Здесь, кстати, вроде же видно нам карту. А, нет, она не вся видна. Слушайте, вот сюда вот куда-то нам надо, да, сбегать. Это тут, по-моему, какое-то здание есть. Тут, стажер, не видишь дороги? А Арктика на что? Не волнуйся, твой топографический кретинизм останется между нами. Кек. Блин, слушайте, у нас этой штуки нет, ребята. А мы это ее не сломаем? Сломаем, но очень медленно, да? У нас КП мало. Нет, мы сейчас умрем. Нет. О боже. Ладно, пошли лучше обратно к машине. Подхилимся и сделаем себе эту самую, да, дробилку. Дробилку смерти. Назовем ее так. Короче, без машины тут лучше вообще не перемещаться, я так понимаю. А я постоянно то без башиды, то еще что-то.
выдумываю вечно. Вот смотрите, до 10 хп у нас автоматически прибавляется. Кстати, что еще хотел сказать? Тут можно будет... А, вот я вижу, смотрите. Тучки, вот они выпали. Мы их не заметили, блин. Что я хотел вам сказать? То, что мы с вами сможем делать себе всякие костюмы прикольные. Вот. Смотрите, он прям возле нее летает и не видит. Как же это хорошо, что он ее не задевает. Так, давайте хилочку полноценную. Извиняюсь. Короче, мы сможем делать себе крутые всякие навороченные костюмы. И с этими костюмами мы будем с вами гонять. И не получать, допустим, радиацию от того, что на Земле распространяется. И всячески-всячески. Это прикольная штука. Так, давайте мы сейчас с вами закрафтим ударный молот. Заберем нафиг отсюда машину. Я больше не хочу без машины двигать. Ой, что-то как-то он сел по-странному. Ладно, фиг с ним. Пусть будет так. Капец, ребята, мы тут, блин, походу, с вами надолго в этой зоне застряли, слушайте. Тут, наверное, нас даже не в две серии уложимся мы подольше. Ну, это интересно, согласитесь. Но эта игра не для видео, мне кажется. Она больше для стримов. Пишите, кстати, в комментарии, будете ли вы присутствовать на стримах с 22 числа по этой игре. В дату ее выхода, да? Выйдет она у нас 22 числа. О, то ли этой штукой вдарил сразу, что рассыпалось нафиг. Смотрите, у нас там что-то наверху есть красное. Кто это? Давайте сходим. Давайте сначала туда, потом сюда. Это же все интересно. Вся суть игры. Лазить. Это смотреть. Найдите радиостанцию. Собрать материалы, создать запасные детали. Рекомендовано. Но мы пока ничего не будем создавать. А, это конец. Это конец карты, это закупорка. Итак, друзья, мы здесь не были. Я еще вижу кучу машин, которые можно разобрать, да, на детальки, на разнообразные. И это будет супер. Это будет здорово. Нифига у нас с вами будет ресурсов. Только единственное, мы с вами нашли всего одну желтую тему. Вы поняли, про какую тему я вам говорю? Желтую штучку. Плазму вот эту. Которая радиацию нам дает, да? Мы за счет нее, этой плазмы, сможем улучшать на базе машину. Но нам пока что нечем улучшать. У нас, кстати, флайерка еще одна с вами. Друзья, я просто не совсем понимаю, для чего нужна флайерка. Надо будет почитать про нее немножко. Слушайте, а давайте прочитаем про флайерку. Растянутых запястьй и неточных бросков. Способ использования сигнальных огней. Слушайте, а может можно кидаться предметами в этих человечков, чтобы к ним не подходить? Чтобы его просто как бы кидало в землю, и он взрывался. Возможно и так, слушайте. Это прикольно. Я об этом даже не думал. А нам тут монтировка нужна? А, нет. Зачем нам монтировка? Когда у нас есть более проверенный способ. Так, мы с вами сейчас идем к машинам. Идем к тачкам. Идем разбирать их нахрен. Очень много машин здесь. Это что, рай? Это куда нам столько? Я что, в рай попал? Какой-то выживальчинский рай. Вот смотрите, если посередине делать, то и одна, и вторая часть коцается. Ну, вроде так работало. По крайней мере, с колесами. Видосы, ребята, по игре, не вздумайте смотреть. Не надо ни у кого смотреть видосы, мы с вами ее будем стримить с 22 числа, задрачивать ее, изучать игру вообще наизусть прям. Да, вот видите, две части сразу ломаются. Пикала у этой, а сломалась та. В багажниках у нас еще бывает что-то лежит. Благо их можно вот так сломать и сразу же пошариться. Так, эта машина все. Наверное, это мой рай. В натуре, смотрите, сколько машин. Ё-моё. Вот это кайф, ребята. Офигеть, мы сколько с вами ресурсов привезем из зоны.
Самое плохое, что я заметил, то, что игра не сохраняется, пока ты в зоне. Ты должен выехать из зоны и потом сохраниться. Я думаю, это будет после релиза тоже. Это сделано специально. Чтоб ты думал, блин, перед тем, как что-то сделать. У меня машина далеко, ё-моё. Опять у нас радиация какая-то. Мы в зоне радиации, типа, находимся. Но я думаю, эти ресурсы, это важнее, чем радиация. Поэтому мы окупаемся с вами в любом случае. Мы сейчас бежим крафтить хилочку. И заодно скинемся, да? Все сбросим. Так, хилочка-то у нас, по-моему, есть, но она одна всего. Так, мы сейчас с вами крафтим не хилочку, а крафтим утилизатор новый. Так, а хилочка, я не знаю, хилочка нам пока что не надо. Блин, я не знаю, не буду я, наверное, машину туда подвозить. Зачем? Скрафтили, в принципе, и ладно. И так хорошо. Блин, там такой красный огонь, да, в лесу, что хочется туда сходить. Бля, какие-то штуки летают, как пепел, да? Как какие-то полуптицы, полупепел. Так, хорошо. Разбираем летние шины дальше. Эх, как же я вспоминаю игру «Летний автомобиль». Это такая классная игра. Мой летний автомобиль. My Summer Car. Топовая игруля, ребята. Тоже ее позаписываем. Как-нибудь надо будет пройти. Попроходить. Ну как проходить? Не сказать, что там прям какое-то супер прохождение есть. Просто есть конец игры. Как конец сюжета. При рождении ребенка. Ну не буду спойлерить. Сильно. Немножко уже проспойлерил, конечно. Надо будет нам ее сами поиграть обязательно. Спасибо, ребят, что смотрите до конца, что ставите лайки. Мне очень важна ваша поддержка. Донатами пока поддерживать неинтересно, стримов пока нет, да? Может быть, на стриме, если у кого желание есть поддержать, можно будет перейти, поддонатить. На другом канале у нас, допустим, заказ музыки всегда был. Ну, на этом я, наверное, не буду его включать. Этот канал у нас будет золотой ребенок наш, над которым мы будем трястись. Здесь музыку будет нельзя заказывать. Его портить мы не будем. Это будет наше все просто, детище наше, которое мы будем ростить с вами. День за дня. Лайк за лайком, комментарий за комментарием, видео за видео. Ну, кстати, видео каждый день выходит, поэтому видосов многовато, на самом деле. Но я думаю, можно найти время посмотреть их. Какой-то там, допустим, какая-то определенная игра, если нравится, которую я прохожу, да? Ну, люди как привыкли? У человека, допустим, видео уходит раз, ну, в 30 дней. Раз в месяц, да? У кого-то раз в неделю. Ну, это прям такое, это прям очень напряжно. Это прям кто фулл ютубом занимается. Вот. А у меня видео каждый день, но это все разные игры. Допустим, тебе какая-то определенная игра нравится, ты ее смотришь. Допустим, Человек-паук тебе нравится, ты его смотришь. The Long Dark тебе не нравится, ты его не смотришь. Вот. И ты можешь выбирать, то есть, что тебе смотреть. Капец, тут машины, ребята, это что? Это баг какой-то или что? Так много-то. Это же капец, сколько ресурсов, ребята. Мы с вами в этой зоне насколько застрянем? Я бы мог эти моменты пропускать, но весь интерес игры в этом, вы понимаете? Это же, блин, атмосфера, мать ее, от каждого твоего действия, от всего, что ты делаешь. Смотрите, какая-то фура стоит. Ё-моё. Тут еще и фуру можно разобрать. Смотрите, я уже утилизатор целый сломал, пока мы здесь с вами шаримся. Ё-моё. Стальная дверь. В будущем можно будет сделать пистолетик такой маленький. Для съема таких дверей и частей машин. Допустим, мы увидели какое-то навороченное колесо. Мы его можем снять, поставить себе, чтобы нам его не изучать, а не крафтить. Вот. Допустим, стальные двери снял. Поставил себе.
как передние, да? Чтобы они лучше защищали, как бы, тебя от радиации. Смотрите, тут тоже есть топливный бак, можно сливать. Не хватит утилизатора. Не хватит. Нет, не хватило. Ладно. Фиксим с этим колесом. Пусть оно тут остается. Пусть оно тут тусит дальше. Так, погодите, а тут бендюшки вот этим зашарились с вами? А как я грузовик-то не заметил? Или мы тут не были, слушайте? Или мы тут были? Или вы тут не были? Или вы тут были? Или вы тут не были? А я не помню. А, мы тут были, да, тут еще что-то разбитое. Да, ну все, я сейчас добегу до машины, и мы с вами продолжим. Вот он стоит, наш универсал. Наконец-то мы здесь. Да, давайте, наверное, все-таки закрафтим себе хилочку. А, так, это хилы машинные. А вот это человечачьи. Так, кстати, у нас всего одна хилка. Я не знаю, нам ее хватит или нет. Ну, по сути, должно, наверное. Слушайте, нифига мы с вами резко насобирали уже. Наколотили, ё-моё, блин. Так. Еще один ультилизатор себе. Ультилизатор делаем. Нет, не надо, какой... Что значит телепортация? Это что было? Я нажал на букву Т, и написано телепортация было. Мы можем телепортировать машину к себе? Нифига себе. И что, тратится плазма желтая? Не, плазму желтую нельзя тратить. Вот видите, справа у нас есть желтый показатель плазмы. И когда он дойдет до верха, за вот эту вот железную штучку, значит, мы сможем открыть себе портал на выход. Или нет ли? Или мы его сейчас уже можем открыть? Но почему-то я такую плазму только одну пока что вижу. Так, ребята, нам сейчас нужно держать путь назад. Поехали назад с вами. И мы сейчас с вами едем до синей метки. Будем сейчас смотреть, что у нас есть там. Нет у нас ресурсов, ребята. Но если мы полностью забьемся, можно будет подумать, что можно выкинуть или что-то еще. И уже ехать наконец-таки в зону. Ни хрена мы разогнались. Вот это скоростыга. Вот это я понимаю. Вы, кстати, видели, да, как меня багануло здесь? Кстати, это же машина. Ребзя. Это же машина, мать ее. А мы дверь-то обратно поставили? Да, кстати, смотрите, с двери ушел ток. Но у нас вот у этой двери с вами была трещина. Не на ней ли был этот ток? Грязевая шина, смотрите. Но она вся убитая. Мы бы такую снимать не стали. Грязевые шины, это топ, мне кажется, для такого места. И, кстати, стальные двери ломаются тяжелее, чем обычные. Вот. Ну, то есть ты ездишь по бездорожью, тебе пофигу. И эти шины имеют более, ну, большой запас прочности. Вот, как-то так. Ну, то есть у них, естественно, соответственно, побольше ХП. Так, мы тут больше ничего сделать не можем, да? Машинка тут легковая вообще никакая. Перекидываем все ресики. Поехали. Едем дальше. Хочется, знаете, вроде как-то побыстрее двигаться. Но как? Когда тут столько лута? Вы посмотрите. А, кстати, давайте кое-что протестим. Давайте мы сейчас с вами попробуем взять флайерку. Нужно же до релиза узнать, зачем это все дело нужно. Давайте мы попробуем вообще сделать вот так вот, смотрите. Да, в него можно кидаться. Прикольно. А теперь и флайеркой попробуем стрельнуть. О. Ема, красиво. Слушайте, прикольно. Мне очень нравится. Так, вот там мне машину, блин, не трогайте, давайте-ка. А то я с вами поговорю потом. Я, блин, с вами с аномалиями тут это... Дела иметь не хочу. Я с вами на раз-два, блин, тут вообще-то буду разговаривать. Я вас аномалии уже хорошо знаю. Я уже опытный сталкер, между прочим. Так.
Дурак! Ты чё, псих? Это, кстати, ребята, игра хоррором считается на самом деле. И это был второй момент, где я напугался. Первый раз я, когда играл в демку, я прям пересрался нормально так знатно. Чё он? Кого он обнаружил-то? Такое чувство, что он кого-то невидимого видит, да? У него галюны типа. Или когда... А, он, наверное, на флайерку так реагирует. Помните, мы флайеркой первый раз постреляли? Если они валяются на земле, вот эти вот огни, он на эти огни, наверное, так реагирует. Ё-моё. Вот это да. Господи, какая атмосферная игра. Какая она интересная. Как же она мне нравится. Ужас вообще. До ужаса. Смотрите, в середину пилю. Нет, что-то вторая, слушайте, не это. Вторая что-то не напрягалась, деталь. Не нагревалась. Блин, дай бог, чтобы мы еще из этого всего что-то смогли сделать, иначе мы вообще зря это все лутаем. Я просто фиг его знает. Так, слутываем все это дело. Столбы эти, блин, вылазят. Дурацкие. Тоже мне, блин. Нашились тут, блин, мне, блин. Нафиг, блин. Вообще-то, блин. Так, вот эту машину еще надо. Капец, ребят, откуда столько машин? Мне кажется, я ее вот только что пилил. Это куда столько деталей-то? Куда это годно? Где это видано? Кстати, если мир генерируется случайно карта, то можно начинать несколько раз, пока у тебя не попадется хороший мир. Потому что потом это все будет дело на время, а первое лутание, оно очень важно. То есть все ресурсы, которые у тебя будут скоплены, ты на это все сможешь что-то себе крафтить. Вот. А дальше будет немного сложновато. Там уже надо будет немного шевелиться, как бы. На времечко. Так, поехали. Хватит тут задерживаться. Едем дальше. Как говорится, спасибо этому дому, пойдем к другому. Так. Сейчас нам нужно попасть на спутник, да? Да. Там еще есть пара домов, которые мы обязательно сейчас испытаем. Эту машину я уже, наверное, пропущу, ребята. Блин, дом где-то далековато. Слушайте, давайте-ка на машине, наверное, туда проедем. Вот еще машина стоит. Эй! Это полиция. То, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. У нас шина, смотрите, что-то с шиной случилось. А что с ней? Стерто починить? Нет. Спущено починить? Нет. Что значит? Я почему-то не понимаю вот эти показатели. Может, вы мне объясните, ребята? Разорвана в клочки. Жизненный цикл этой шины достиг трагического финала. Никакими заплатками герметиками ей уже не помочь. Можно переработать на несколько полезных ресурсов. Ну слушайте, ну машина едет, едет. Правильно, правильно. Едет и уедет, и все. И ладно, и пусть едет. Так, я, кстати, там вижу кое-что. Друзьяшечки. Мы отправляемся сейчас срочно туда. Смотрите, а вот здесь шина показана голубым. Типа, с ней все хорошо. То ли это баг какой-то, то ли что. Так, погодите. Мы бы могли там пошариться потом с вами. Потому что нам все равно ехать туда. Да, мы сделаем это потом. И у меня все это время была машина заведена, правильно? Правильно. Так, мы сейчас пока что заедем сюда. Чувствуется, кстати, по управлению, что у машины что-то с колесом.
Так, оно хуже едет, хуже поворачивает, типа. Есть такие моменты. Есть такие моменты. Так, мы можем здесь, что ли, заехать? Что-то я просто не понимаю, как тут дорога ведет. На самом-то деле. Да, я немножко не так поехал. Ну, хуже едет тачка. Но, опять же, нам пофигу так-то, как она едет, на самом деле. Нам нужно просто вернуться домой с целыми невредимыми. Хотелось бы потратить минимум ресурсов перед тем, как мы попадем домой. Чтобы уже дома конкретно посмотреть, что мы можем сделать. Что мы можем с вами скрафтить интересненького. В этом весь интерес таскать ресы. Слутывать всю гору ресурсов. Чтобы потом посмотреть, что ты можешь сделать. Шевелись, нестабильность растет каждой секундой. Куда его девать-то? Вот, пожалуй, так. Арк поможет, ты пахнет тебя в гараж. Не стану читать лекции о том, как это работает. Ты здесь ненадолго. Зачем, незачем забивать головушку знаниями. Арк заряжен, готов к запуску. С его помощью ты сможешь открыть ворота обратно в гараж. Но учти, кто-то моментально дестабилизирует всю округу. Так что открывай только, когда твердо намереваешься вернуться. Поверь на слово, буря тебе не понравится. Да я понял, подожди. Я еще что-нибудь ищу, блин. Тут же что-то есть? Нет? А почему у меня-то кнопка в руке? А, у меня места нет, что ли? Ё-моё. А я, блин, сижу и не знаю, что делать тут. Так, а смотрите, у нас такая штука. Мы ее можем потратить сейчас. Ну, эту шину, я чувствую, уже ничего не спасет. Да. В этой шине уже GG конкретная. Ну-ка, вот с этим колесом что у нас? А, не закреплено. Набор механика. Слушайте, у нас есть с собой набор механика, интересно? А если мы вот эту штучку потратим? А эту выбросим вообще? Можно ее выбросить? Можем выбросить. Дыщ. Прикольно. Так, ну это в принципе не для крафта штука, она нам не нужна так-то. Мы сейчас с вами поедем еще эти желтые темы все собирать. И это важно. Они нам нужны. Без слова. Я вам серьезно говорю, они нам нужны. Я честно говорю, они нужны нам. Так, газовый баллон. Мы с вами не нашли краски для машины. Вот что плохо. Но это пока что, может, мы ее еще найдем. Просто покрасить машину, это очень было бы интересно. Было бы здорово. Может, слушайте, все-таки сделаем колесо, а? Давайте сделаем все-таки колесико себе. Что-то мне не нравится просто, как она едет. Я боюсь, что мы сильно далеко с вами не уедем на этом говне. Она вообще ресурсов не стоит, запаска. Вот. У нас нормальное колесо с вами. Чики-бомбони, ёпта. Так. Машина у нас вся починена. Я вообще не знаю, как это работает. Почему так? Лута я тут больше что-то не замечаю никого. О, поехала хорошо, как поворачивает прям. Ребят, тут такие ощущения машины, ты прям чувствуешь каждую ее поломочку. Вообще это балдеж. Слушайте, может мы как-то срежем? Плохая идея. Именно поэтому, наверное, мужчины живут меньше, чем женщины, да? Мужской пол живет меньше. Так, смотрите. То есть мы взяли кнопку, и поэтому у нас эти желтые места отметило. Я вам еще говорю, что что-то говорю. У нас дверь, кстати, правая открыта почему-то. Я, наверное, забыл закрыть.
Вот слышите звук? Это нестабильный, значит, что мы типа едем по неровной дороге какой-то. Такой пип-пип-пип. Так, вот она, да, сфера. Забираем ее. Якоря, хоть и похожи на светящиеся волшебные шары. На самом деле это воплощение лим-технологий. Не волнуйся, они уже давно ни у кого в руках не взрывались. Так, хорошо. Это радует. Так, у нас осталось 90 хп. В принципе, норм. Так, мы сейчас едем просто прямо по дороге, едем на этот лим. Потом едем на тот лим, еще заедем туда и потом туда. Ой, ну на этом, ребята, мы снова с вами уже прощаемся, потому что у вас уже серия идет 30 минут. Увидимся с вами на следующей серии. На следующей серии мы уже наконец-таки пойдем в гараж. Я же тут все машины обшаривал, тут еще одна, смотрите. На следующей серии мы наконец-таки с вами уже поедем в гараж и посмотрим, что мы сможем сделать с этой машиной. Что мы сможем сделать? Красоты какой-нибудь навести. Вот. Видео у нас каждый день в 17 по Москве. Не забывайте об этом. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С 22 числа у нас будут стримы по этой игре каждый день. И они будут очень длинными. Вот. Благодарю вас за полный просмотр, друзья. Всем пока-пока. Всем до завтрачка.